Друзья, смотрите, какая красота. Приехала нога. Цветочки светлые, красивые, хорошие. Но цены некоторые недешевы, потому что перед 8 марта подорожала доставка у всех цветочников. Цены будут сейчас не супер, но цветы шикарные в подарок. Просто обалденные. Смотрите, какие. Смотрите, какая вот эта огромная. Это миксы по таким ценам. Коты. Еще миксы. Такая красота. Обалдеть. Цена 1547 рублей. Еще коты. Коты по разным ценам, чуть дороже, чуть дешевле, но они шикарные просто. Посмотрите, какие. Ну, это просто котяра. И мне нравится, смотрите, какой он. У него желтый низ. Вот не у всех котов низ желтый. Ну, иногда менее ярко выражен, иногда более. А вот это какая солнечная, решистый край. Очень красивая. Вот такая. Это мы смотрели. Кто-то кто забыл. Сейчас не вспомню сорт, ладно, не суть. Важно. Смотрите, какая красавица. Она прям, вот видите, да, разницу. Вот здесь. Это на карибскую мечту похоже. А у этой вообще вот оттенок чуть-чуть другой, да? Здесь вот розовинки больше, а здесь вот оранжевого больше. А это вообще вот как рыженькая. Почему-то Тамара, мне хочется сказать, что это Тамара, но не уверена. Да, спасибо. Так, вот еще красота. Так, вот. Сейчас покажу реликсы. Реликсы по 2020 рублей. Ароматные, классные. Садовник хороший. Видите, какие все розеточки. Так, парфюмерочки. Это Адорианы. По 2261 рублю. Леодорки. Свежие, хорошие, красивые. Цена 1635. Так, опять желтые. У них, кстати, смотрите, компактный кустик и крупный цветок. Очень такой прям. Видите, насколько крупней. Рядом стоят. Вот красавица. Видите, я у нее посмотрела уже корни. Ну, это вот кто в Липецке живет, сразу взять, заниматься можно. Ну, без передержки. Корни не очень. Так, здесь вот что. Белые-белые. Вот какая-то мультифлорочка густая. Хорошая. Кариночка есть одна. У Карины ценник 1392 рубля. Венус. Он, кстати, не такой яркий, как был в прошлый раз. Почему-то. Не знаю почему. Может быть, другой садовник. Может быть, что-то еще. Смотрите, беглипчик есть один.
Так, цена у него 1463 рубля. Беглипчик. Так, и вот это опять красота. Невероятно. Что за сорт такой? Очень красивый. Так, что еще? Sacrifice. Ну, это, видимо, старый завоз Octopus. Уже такой немножко грустненький, но он на каскаде. Дальше. Эфиопедиум. Коты, другие уже, смотрите, вот кот, вот кот, да, разница, видите, между котами. Так, коты, коты, прям быстренько уже снимаю, время, да, вот кто что увидит, успеем забронировать, Буда, Пугари. Пираты. Лас-Вегас. Смотрите, какой яркий аж горит. Вот еще ароматочки. Так. Ну, по большому счету все. Потом покажем позже. Еще есть здесь немножечко. Сейчас, секунду. Вот есть еще палеточка. Так, есть вот один. Фантастик. И вот тут какие-то пятнашечки. Вот, ну, это, девочки, вам предварительный обзор. Сейчас попозже все выложим, все снимем, и можно будет бронировать.